В Автоград приедет Казанский ТЮЗ. Набережные Челны с гастролями впервые за 17 лет посетит Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Актеры представят три новых спектакля – «Отосланные письма», «Лейла и Маджун» и «Супер-жених». К слову, постановки будут камерными и состоятся на сцене Татарского драмтеатра 18, 19 и 20 сентября. Очень интересная история получается, и вот и в Лейля Мэджнун, и Тапшырмаган хатлар в неотосланных письмах. Тут взгляд, современный взгляд режиссера на уже такие материалы, которые, например, Тапшырмаган хатлар, это в советское время. Лейля Мэджнун — это древняя татарская тюркская литература, можно сказать.